9 января в церковном православном календаре – день почитания апостола первомученика и архидиакона Стефана, которому молятся о даровании душе покаяния. В народном календаре – народный праздник Стефанов день. Издавна он был определен как день заключения договоров и наймов на работу. В народе говорили: «В день святого Степана каждый чувствует в себе пана. Пришли колядки, господарам порядки». Так вот, этот день и стал благоприятным для того, чтобы устраиваться или менять работу. И если вас вызывает вдруг начальство, и вы опасаетесь, что вам будет выговор, то, заходя на порог, успейте про себя сказать: «Помяну Давида и кротость его для начальника моего. Аминь». Стефанов день в народном календаре еще по-иному называют «Святой Степан», «Степаны зимние». Как правило, 9 января в самом разгаре праздничные рождественские святки. В Степанов день наши предки проводили разные обряды, которые защищали от сглаза. Например, чтобы защитить жилье от ведьм, по углам двора ставили осиновые колья. Верили, что ни одна ведьма после этого во двор зайти не сможет. Народные приметы говорят: если вы желаете улучшить материальное положение, то нужно придерживаться следующих правил. В период святок не стоит выбрасывать хлебные крошки, которые собраны со стола. Выкидывая их в мусорное ведро, вы символично туда же отправляете свой достаток. Лучше крошки скормить птицам или добавить еду домашним животным. Тогда весь год удача будет вам улыбаться, а деньги сами будут вам течь в руки. Чтобы дом был полной чашей, не забывайте в период святок зажигать ароматические палочки, например, запахом корицы, гвоздики или ванили. Известно, что эти ароматы привлекают богатство и изобилие. А еще говорят, что нужно взять красивую коробочку и положить в нее крупную купюру. Не тратить ее в течение года. Лишь только время от времени можно открывать коробочку и любоваться банкнотой, которая будет притягивать денежные потоки. А еще девушки 9 января гадали на замужество. Чтобы погадать, нужно рассыпать на столе семечки и потом их пересчитать. Если выходит четное число, то в этом году гадающая встретит свою судьбу и, возможно, выйдет замуж. Если нет, то год будет неудачным для любовных романов. Приметы по погоде говорят: если на улице не видно маленьких птичек, то будет снегопад. Если лошадь на землю ложится, то к теплу. Если красная луна в небе, то к снегу и мягкой погоде. Именины сегодня отмечают Алена, Антонина, Елена, Давид, Иосиф, Степан, Тихон, Федор, Яков. Желаю вам самых добрых знаний. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!